очень много устранил. То есть, если я его устраню, будет вообще без проблем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас хочу вам открыть небольшой секрет. Мы всей семьей сотрудничаем с компанией Armel. Советую ее и вам. Это молодая российская компания. У нас 4 направления. Есть парфюм, кофе, красота и другие wellness-товары ежедневного спроса. Превосходное качество, доступная цена и сам продукт легкий для продвижения. У нас есть 10 видов дохода, а вход бесплатный. С одного флакона можно заработать от 500 до 1000 рублей. Хорошие отзывы и положительные эмоции. Рекомендую всем этот красивый и вкусный бизнес. И здравствуйте, с вами снова я, Карл Джексон. Продолжаем проходить игру Gunstar Team Vindication. 65% на севере, да. Сегодня это вообще хорошо. Все сделать, да. Так, смотрим. Так, что у нас? Далеко, недалеко. Карта. Так. Так, ну в принципе далеко. Так, что у нас? Блин, а что я хотел-то? Ну я пока что не буду покупать бронежилет, а то мало ли у нас тут миссия такая легкая. Так, вызвать контакт. Сильное оружие. Блин, у нас все-таки будет что-то такое. Замес какой-то. Так, смотрим. Как расследование? Ты сказал, что твой папа был копом в Телахасе, да? А затем он устроился в Старк? Верно. Русского со своей старой шайки орудовал в Виргинии в 70-е. Я проверил старые дела Роско по полицейской программе, что мы получили. Твой папа устранил их всех, так или иначе, включая Роско. Вот почему это произошло. Но тогда... Окей, он что? Половина империи Кея поселилась в Старке в свое время. Многие из них до сих пор там. Думаю, твой папа был очень гостеприимен. Значит, похитили Джои. Взяли меня врасплох. Потом гоняли меня повсюду. Заставляли делать грязную работу. Извини, Джонни, если бы я знала... Это была месть. Они играли со мной. Хорошо, проваться за дело. Русско получил кучу ворованных бриллиантов. Они или выпали из авто, или что-то в этом роде. Он держит их на одном из своих складов, и он расстроится, когда они пропадут. Хорошее начало. Давай-ка займемся этим. А теперь она забила фиг и не стала в меня залезать. Ну зашибись, ладно. Так, ну короче, я пока... Вау. Ты чё, паркурист такой? Да смы... Пофиг! Стрелка, я тебя буду... Кто стреляет? Ты не стреляй. Ты... Сейчас я тебе... На нафиг. Стрелять он. Видишь ты, стрелять. Он думал. Стрелять. Угу. А вы не попутали ничего, мистер? Кстати, что у нас там по карте-то? Блин, кстати, я когда спрыгнул, я получил урон. Если вы подумали, что вы меня попали, это ошибка. Я просто не понимаю. Тут когда забираешься на крышу, он почему-то как-то потом на коробке обратно не спрыгивает на ящики эти. Так. Так, карта. Ну, в принципе, где мы отреспаунились, там и задание. Как бы. Ладно, продолжаем. Сейчас по встречке встретим тачку какого-нибудь или моцик. Вообще тишина. Тишина. Тишина, ничего не слышит вообще. Тихо. Очень тихо, вообще ничего не слышно. Вообще полностью тишина вообще какая-то. Непонятно почему. Да, я умею делать SMR-ролики, и это хорошо, по-моему. Ладно, не важно. Так. Так, охранники, понятно. Так. Если вы не знаете, что такое СМР, погуглите. Так, Чё, я понимаю, вижу, да, везде охранники. Только без шума. Да ладно! Я думаю, что если в охранники... Так, ну я на всякий случай все равно закуплюсь бронькой. Там, по-моему, все равно в итоге, если ты охранников устраняешь, которым нельзя попадаться на глаза, все равно в итоге вылезают какие-то черти, которые пофиг ты, видно тебя, не видно. Вообще это, мне кажется, только в
темноте должно быть. О, тут, кстати, они без оружия. Они сразу поднимут тревогу, если меня увидят. Ну, как бы тут логично, если я в них начинаю стрелять, то... Ладно. Так, вот, заходим сюда. Так, никого опять. Так, тут надо залезть вот так вот. Потом вот так вот. Потом вот так вот. Это не бабло, это просто... Что-то там по сюжету какое-то там. Чего? Да! Какая цель уничтожена? Вы про что говорите-то? То есть если я много охранников устраняю, то это провал миссии? Ладно. Что там надо тоже читать? Так, ну что, сейчас надо сразу тачку какую-нибудь подбирать по пути. Ну тут как назло, одни люди только ходят, а тачки ни одной. О, гидроцикл, возьму его, или как он там, квадроцикл. Квадроцикл, а слово квадрат, наверное. Так. Как? Там кто-то кого-то убил, это вообще прикольно. Я ни в кого не стрелял. И никого не хотел давить, ладно. Блин, почему нельзя пропустить вот это вот все? Короче, я просто тупо не попадаю себе на глаза, не буду в них стрелять и все, потому что чем больше я убиваю, тем больше вероятно, что я провалю миссию опять. Да, понятно, только без шума. А, мы сюда заходим. Так, тихо. Так, идем сюда. И в этом здании тоже никого не надо убить. Так. А это так не работает, или работает? Это так не работает. А! Вау. Просто не понимаю, я его вроде... Как это у него? Да, собака! Спалил меня! Короче, я буду стрелять в этого, потому что тут никак его не обойти, ничего. Так. Ладно, ничего, все нормально, чуваки, не надо, не думайте, что я буду говорить, сложная миссия, как мне ее пройти, да, блин, это ж легко, на самом деле, о, опять квадроцикл, только уже на этот раз желтый, а был зеленый до этого, ладно, какая нам разница, какого цвета был транспорт, нет, я музыку включать не буду, это на 5 секунд музыку включать, это очень, все-таки я, возможно, его сбил, вот они вот, всегда вот респаунится в самый неподходящий момент и попадают под колеса. А я не вижу. Так. Да, только без шума, это понятно. Ну. Так. Я могу этого устранить, по идее. Да. И этого. Потому что если я этого не устраню, тогда будет вообще жопа. Да! Да почему нельзя в этого-то стрелять? Вы издеваетесь надо мной? Его как раз таки нельзя пройти мимо него. Капец, что тебе делать? Чувак, я даже не знаю. Ну, сказать, что я теперь вообще не пройду эту игру, это бред. Так, стоп, а чё мне нельзя ничего сделать? Я хочу дальше продолжать проходить эту миссию. Ладно, заново. Не будем мочить вообще никого. Ну, то есть, одного можно замочить, а другого, который второй, нельзя. Странно, почему. Ладно. Опять идем пешком. О, так вот же машина. Самая такая быстрая. Давай, ускоряйся уже.
А? Вот ты вот специально бежите, чтобы я вас задавил, дебильные вообще пешеходы. В GTA San Andreas то поумнее будут, а тут видят, машина едет. А, давай-ка я подойду к ней. Может быть, остановится? Угу. Так, ладно. Капец. Сэм Фишер бы тут прошел точно. А я нет. То есть вот этот Джонни Гейнсвилль, как его там. Да, без шума. Позови сюда Сэма Фишера, он тебе поможет. Вот, кто тут кого? Как тут кто слышит? Ну, этого я точно могу устранить. То есть, если я его устраню, будет вообще без проблем. Это да. Но вот этого нельзя убивать. Не знаю, почему и как мне тогда проходить. Я могу предположить, что я могу вот с этого игра... Нет. Так нельзя делать. Так. Так, ну он сюда идет. Так. Потом туда идет. Так. А он меня тут может запалить. Вы знаете что? О, все, его прошел. Я боюсь всех убивать, потому что... Так. Так, тихо, он может сюда... Чё? Там! Что тут-то произошло? Я не понимаю. Меня обнаружили. А кто кого? Чё уничтожает-то? Я не понимаю. Это самая сложная миссия на данный момент. Ладно. Попробуем еще раз. Чё делать-то? Чё делать-то? Вы видели, меня никто не запалил. Никто просто. Это как-то странно. Ну что-то труп увидел, я не понимаю. А как? Они же идут по тому же маршруту. То есть взад-вперед. А... Ладно, пофиг. Так, ну на лодке это уж слишком ехать. Вот смотрите, причем одна и та же, один и тот же транспорт. Черная тачка тут и стоит. Ладно. Едем. Ага. Так. Знаете, это первых можно вообще тупо без палева вообще пройти мимо них. Но я не понимаю, почему, что происходит, когда я захожу в дом? Там уже заранее кто-то улики уничтожает или что типа того? Я не понимаю. Цель уничтожена, а я в нее не стрелял, я ни в кого не стрелял. Ну, в одного выстрелил, но... Вообще не важно. Заново. Так, этого можно не убивать. Этого тоже нельзя убивать вообще никак. Чуваки, как меня палят? Или не палят, или что происходит вообще в принципе? То есть мне вот указывают желтую цель, и вот я вот иду. Вот сейчас жду, когда он уйдет. Так. Хожу вот так вот по-тихому. Так. Может его надо убить? Я убью. Его тоже нельзя убивать. Да! Чуваки. Это надолго. Я не хочу надолго. Не, одну миссию бы пройти, все, и как бы. Оцифровать видео, но нет. Да миссии меня так просто не оставляют. Не было никаких жопораздирающих миссий. Я не помню, что такое было, когда я проходил эту игру на телефоне. Ты бы еще когда я прошел миссию бы это сделал. А может быть он падал пока? Ладно, не важно. Так. Ага. Ну я его не трогаю вообще. Вот! Берем чемодан. И чё? Убирайся оттуда. Так, а если меня запалит, чё, вообще провал миссии, да, конкретно? Чуваки, я просто волнуюсь сейчас. Чё будет, если я сейчас провалю миссию, я, наверное, так буду психовать.
То есть я взял все чемоданы, которые надо было. Я этого не буду устранять, мало ли что, мало ли. Игра сейчас поменяет правила, типа, а, ты убил его, а его нельзя было убивать, да? И сейчас еще тут, отсюда. Ладно, пойдем. Чё сложно? О, он лунный поход только что прошелся. Ну ладно, я пошел ее. Да? О, кто-то звонит, алло. Алло, алло. Порадуйся мне хорошими новостями. Ага. Это зависит от... Тебе нравятся бриллианты? Так, это бриллианты там были, ладно. Ну, а у тебя получилось? А если серьезно, то ты отлично поработал. Тащи сюда свою задницу. О, это... Что? А... Так, тут, смотрите, чуваки, видите? Одна стрелка, это означает вот... На, в этом городе. А другая стрелка, которая вот, смотрите, вот наверх, которая указывает, это значит, в другой город нам надо ехать. Вот. Ну чё? В принципе, дополнительных миссий нету, значит, до свидания.